Здравствуйте. На НТВ новости, в студии Ксения Чепенко. Главное к этому часу. Отправил первый пассажирский рейс. Аэропорт Ростова-на-Дону возобновил работу после крушения Боинга. Поиграли на нервах соседей. Северная Корея произвела очередной ракетный запуск в сторону Японского моря. Признали виновной. Донецкий суд вынес приговор украинской военнослужащей Надежде Савченко. Эксперты МАК начали анализ информации с параметрического самописца разбившегося Боинга. Расшифровать данные черных ящиков пока не удалось, они сильно повреждены. Тем временем Ростов-на-Дону покидают спасатели. Утром они завершили все работы на месте крушения самолета. Сергей Пикулин наблюдал. Всего за двое суток спасателям и следователям удалось обследовать территорию в 15 гектаров. Работали круглосуточно, сменяя друг друга через каждые 2 часа. Основные работы были закончены сегодня в 3 часа ночи по Москве. Взлетно-посадочную полосу отремонтировали полностью. Вот с этой стороны находится место, где была воронка от падения Боинга. Общая площадь ремонта составила 350 квадратных метров. К тому же рабочим пришлось заменить светосигнальные огни. Первым в аэропорту Ростова приземлился борт МЧС Ан-148. Таким образом, спасатели протестировали восстановленную полосу. После этого аэропорт открылся для регулярных рейсов. Уже пассажиры могут сейчас прибывать в аэропорт, регистрироваться и в установленном порядке, значит, вылетать в любую точку, куда им необходимо. По крайней мере, я еще раз говорю, никаких ограничений нет. Первым в небо поднялся лайнер, летящий в Санкт-Петербург. Все фрагменты разбившегося Боинга находятся в специальном ангаре, где с ними работают следователи. Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков разбившегося Боинга. Оба самописца сильно повреждены. В настоящий момент можно сказать, что мы имеем записи данного полета, и регистратор работал вплоть до столкновения с землей. Работы по звуковому речевому самописцу продолжаются. Получил также механические повреждения, разрушен кабель данных. Работы по восстановлению информации будут продолжаться. С параметрической информацией уже специалисты начали работать, уже проводится предварительный анализ данных. С самого первого дня здесь, в Ростове, работает правительственная комиссия. Также нашим специалистам готовы помогать эксперты Fly Dubai, компании, кому принадлежал Боинг. Они уже в Ростове. Ночью приехали группа 14 человек. Там есть и специалисты, так что инженеры. Есть люди, которые оказывают и техническую помощь. Мы встретились с главным исследователем комитета авиации в России. Мы оба согласились, что мы будем работать прозрачно с обеих сторон. И сегодня дали нам доступ к месту трагедии. Буквально через несколько часов после трагедии сюда, в аэропорт Ростова-на-Дону, к месту, где вывешены списки погибших, люди начали приносить цветы. Накануне здесь же, на привокзальной площади, весь день проходили траурные мероприятия. Многие подолгу стояли молча, кто-то не мог сдержать слез. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Беленок и Екатерина Белоусова, НТВ, Ростов-на-Дону. Северная Корея сегодня произвела очередной ракетный запуск. Военные выпустили 5 ракет малой дальности в сторону Японского моря. Они пролетели около 200 километров и упали в воду. В ответ на это Южная Корея привела свою армию в состояние повышенной боеготовности. Это уже 3-й подобный запуск за последние 2 недели. Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что его страна научилась оснащать баллистические ракеты ядерными боеголовками. Жители Хараста, это пригород Дамаска, получили гуманитарную помощь. Совместный российско-сирийский груз доставили наши военные. В основном это продукты питания. Именно их сейчас больше всего не хватает местным жителям. До войны в городе жили около 60 тысяч человек, теперь не больше 4 тысяч. Благодаря перемирию у людей появилась возможность вернуться домой. Многие делают это с риском для жизни. В некоторых районах по-прежнему небезопасно. Центральные кварталы города до сих пор контролируют. К сожалению, те события, которые пережила страна, сыграли большую роль в разделении людей по этническому признаку. Будем надеяться, что мы преодолеем эту проблему и вновь все будут жить в мире и люди вернутся в свои дома. Мы гордимся, что мы сирийцы и благодарим Россию за поддержку в это сложное для нашей страны время. Россия уже направила в США компромиссный проект соглашения по контролю за перемирием в Сирии. Экспертам предстоит изучить и согласовать текст документа.
Украинскую летчицу Надежду Савченко признали виновной в убийстве российских журналистов. Председатель судейской коллегии заявил, что Савченко совершила убийство сотрудников УГТРК, корреспондента Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина. В приговоре говорится, что Савченко корректировала артиллерийский огонь, под который попали репортеры. Судья также добавил, что обвиняемая незаконно пересекла российскую границу. Во время прения сторон прокуратура потребовала приговорить Надежду Савченко к 23 годам лишения свободы. В Казахстане подвели предварительные итоги парламентских выборов. По данным ЦИК, с большим отрывом победила партия Нур-Отан. 7-процентный барьер с трудом преодолели партия Ак-Жол и коммунисты. Перед вновь избранными парламентариями стоит непростая задача реформировать экономику и систему управления страной. О грядущих переменах Гарик Княгницкий. В Казахстане сегодня канун праздника Наурыз. Отношение к нему особенное, как к Новому году. Но вместо того, чтобы сидеть по домам, готовить оливье и смотреть «Иронию судьбы», люди пришли сюда, на форум победителей партии Нур-Отан. Победа президентской партии была ожидаема, а вот явку более 75% мало кто прогнозировал. Для парламентских выборов в Казахстане это абсолютный рекорд. Перед всем миром мы показали открытое, прямое голосование в конкурентных условиях с участием наблюдателей из 60 стран мира, 150 средств массовой информации. Нур-Отан, или по-русски «Свет Отечества», набирает более 80% голосов и получает подавляющее большинство в Мажилисе, Нижней палате парламента. Всего в ней 107 депутатских кресел, но в ходе общенациональных выборов разыгрывается только 98 мандатов. А вот претендентов на остальные 9 рассматривала сегодня Ассамблея народа Казахстана, конституционный орган, отвечающий за межэтническую политику. Это уникальный орган, который есть только у нас. Уникальный орган, который делегирует свои полномочия от имени 100 этнических групп нашей страны, которые составляют 962 этнических центров и все областные дома дружбы. И говорят они, в связи с этим я хочу сказать, 20 лет ассамблеи, 20 лет спокойствия, 20 лет дружбы, 20 лет стабильности. Таким образом, Мажилис окончательно укомплектован. Обязательный для прохождения в парламент республики 7-процентный барьер едва-едва преодолели еще две партии – Ак-Жол и коммунисты. Это трио, включая, конечно, и Нур-Отан, было представлено в предыдущем созыве. Принципиальная разница – список той же правящей Нур-Отан изменился почти на две трети. По словам Нурсултана Назарбаева, в Мажилисе нужны грамотные юристы и экономисты. Только такие мажилисмены смогут принимать законы, позволяющие реализовать президентские реформы. Они затронут прежде всего экономику, нужно справляться с кризисом, государственное управление, судебную систему и многие другие сферы. Для проведения этих реформ и самому Назарбаеву, первому единственному президенту Казахстана, и Мажилису нужен мандат доверия. Народ, мол, поддерживает начатое преобразование. И партия Нур-Отан этот мандат, похоже, получила. Гарик Негницкий, Сергей Корешков, Владислав Петров, НТВ, Казахстан. Барак Обама прибыл на Кубу с официальным визитом. Он стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим остров Свободы. В поездку Обаму сопровождают жена, обе дочери, делегация официальных лиц. Этот визит уже назвали историческим, однако Рауль Кастер не встретил американского гостя у трапа. Свой комментарий по этому поводу уже сделал Дональд Трамп. Он заявил, что президента США приняли на Кубе без должного уважения. Визит продлится 2 дня. Барак Обама уже побывал в посольстве США. Его недавно вновь открыли на Кубе, а также прогулялся под проливным дождем по историческому центру Гаваны. Российские авиакомпании предупредили, что цены на билеты могут скоро вырасти. В прямом эфире к нам присоединяется ведущий деловых новостей Денис Талалаев. Денис, но какая причина на этот раз? Аэропорты повысили тарифы на обслуживание самолетов. Речь идет о 3 аэропортовых сборах за взлет-посадку, использование аэровокзала и авиационную безопасность. Раньше их регулировало государство, но с 21 февраля отказалось от такого контроля в московском авиаузле. И вот, как пишут газеты «Ведомости» и «Коммерсант», аэропорты уже отреагировали. По некоторым позициям, в Шереметьево тарифы вырастут на 12%, в Домодедово на 43%. Причем в Домодедово подчеркивают, что сбор, например, за использование аэровокзала не менялся с 2010-го. И нынешнее повышение все равно ниже накопленной инфляции за эти годы.
Авиаэксперты говорят, что стоимость билета может теперь вырасти в среднем на 1,5%. Цены на нефть на той неделе поднялись до максимума с начала года, но сейчас идут вниз. Трейдеры узнали, что на прошлой неделе в США количество буровых установок выросло впервые с декабря. Наши ММВБ и РТС едут вниз вместе с нефтью, но на валютном рынке относительно спокойно. Доллар 68.36, евро 77 ровно. Полиция американского штата Коннектикут арестовала Шалву Чигиринского. По данным местной газеты Greenwich Time, 66-летнему российскому бизнесмену предъявили обвинение в незаконных контактах с несовершеннолетней девушкой. В полицию Чигиринский явился добровольно и вскоре его отпустили под залог в 50 тысяч долларов. В России Чигиринский был совладельцем компании «Сибирь Энерджи», занимался строительством башен «Москва-Сити». В 2008-м его состояние Forbes оценивал в 2,5 миллиарда долларов. Но уже в 2009-м против основанных Чигиринским компаний возбудили уголовные дела о неуплате налогов. И бизнесмен покинул Россию. Позже обвинения сняли, но назад он не вернулся. Ксюша, об экономике пока все. Спасибо, Денис Талалаев с экономическим обзором. В России сегодня стартовала первая волна ЕГЭ. Школьники сдают досрочный экзамен по математике. В испытании участвует 5,5 тысяч человек. Они должны показать базовый уровень знаний. Для этого необходимо решить как минимум 7 из 20 заданий. На испытании дают ровно 3 часа. Пользоваться можно только линейкой и справочными материалами. Экзамен уже сдали на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В эти минуты ЕГЭ по математике пишут школьники Центральной России. Так называемый досрочный период ЕГЭ продлится до 9 апреля. Один из крупнейших вузов страны, Дальневосточный университет, вскоре получит нового руководителя. Министерство образования и науки собирается назначить исполняющего обязанности ректора вместо Сергея Иванца. Его задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ущерб государству превысил 20 миллионов рублей. По указаниям Иванца, подчиненные оформляли фиктивные акты о выполнении работ, после чего деньги снимали со счета университета. Все подробности смотрите в программе «Чрезвычайное происшествие». Зрители европейской части России увидят ее в 13 часов 20 минут. Во всем мире сегодня отмечают День людей с синдромом Дауна. За доброту и улыбчивость их называют детьми солнца. Вопреки обстоятельствам, они доказали, что способны на выдающиеся успехи в разных сферах. Евгений Зуев убедился. Сейчас плывем 3 комплекса по 25 метров. Чтобы быть первой, Настя каждый день проплывает несколько километров. Техника пока не идеальна, говорит тренер. Но девушка быстро все схватывает. У нее воля к победе. Она очень стеснительна здесь, вот в реальном общении. Она потупит глазки, такая скромная девочка. Но на дорожках во время соревнований она просто боец. Чемпионка Москвы родилась с синдромом Дауна. Еще в больнице родителям Насти посоветовали отказаться от ребенка. Маму предупредили, развивать девочку самостоятельно не сможете. Она просто от мебели вас не отличит. Я размещаю фотографии, чего Настя достигла. Первый год для Ольги был самым тяжелым. На дочку показывали пальцем с детской площадки при их появлении. Соседи уводили малышей. Как с этим жить и развиваться, научили психологи из благотворительного центра. Нужно просто больше времени. То есть то, что у нас это вот так происходит, да, у них это надо до 10 посчитать, и тогда у них там чего-то там заработает. С синдромом Дауна в России ежегодно рождается около 2500 детей. Причина – генетический сбой, лишняя хромосома. И почему это происходит, ученые до сих пор не установили. Во многих европейских странах люди с синдромом Дауна занимают самые различные должности. Среди них есть и уникальный пример, когда человек с синдромом Дауна становится профессором в институте или когда человек с синдромом Дауна становится чиновником. В России примеров такой успешной социализации, к сожалению, нет. Максимум, на что можно рассчитывать солнечным людям, как называют тех, у кого синдром Дауна, это на несложную работу руками, да это если повезет. Госпрограмм по поддержке не приняли до сих пор. Мои ребята обычно говорят «Ти-т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 и-
личном первенстве. К этим наградам можно было бы прибавить и трофеи с чемпионата мира во Флоренции, если бы нашлись спонсоры. Поездка в Италию стоит около 200 тысяч рублей. Половину уже собрали. Евгений Зуев, Георгий Угаров, Зульфия Сиразиева, НТВ, Москва. Пока это все новости.